Добрый день, дорогие друзья! Наконец-таки я добрался до своего грецкого ореха, чтобы снять для вас это видео. Многие об этом спрашивали, как же орех в этом году. Коротко вот хочу рассказать и поделиться. В мае месяце, точнее даже не в мае, май у нас перенесся на июнь, получается не майские жуки, а грубо говоря июньские жуки, очень сильно начали есть грецкий орех. Я, честно говоря, увидев это, думал, что, наверное, урожая в этом году не будет, потому что он практически был съеден. Некоторые листья я вам сейчас продемонстрирую, покажу, как это выглядит сейчас. Но, тем не менее, это нисколько не повлияло на урожай. Посмотрел я на количество орехов на дереве, и, судя по тому, что вижу, урожай будет еще больше, чем в прошлом году. Но это покажет, скажем так, уже осень, сентябрь, ну, конец сентября. Посмотрим, я соберу, взвешу и мы проанализируем, посмотрим в сравнении с прошлым годом, какой будет урожай орехов. Ну, а так орех прекрасно перезимовал, прекрасно себя чувствует. Я хотел в этом году произвести его обрезку, формировать дерево. Ну, к сожалению, или, я не знаю, к счастью, может быть, у меня этого не получилось сделать. В итоге я оставил все как есть. Многие здесь ветки у ореха требуют, конечно, подрезки, формировки. Соседняя вишня уже, скажем так, затеняет, наклоняет. Фундук сзади растет тоже, скажем так, давит на него. Поэтому буду формировать этот участок с посадками грецкого ореха. Вот буду заниматься вишней, буду заниматься орехом. И орехом буду заниматься уже в следующем году. Формировать осенью буду вот формировать здесь, убирать некоторые деревья вишни и фундуком заниматься сзади, который уже тоже ложится практически на грецкий орех. Ну а так, вот такая вот красота. Орех начал активно восстанавливаться после того, как я увидел орех после поедания его майским жуком. Было практически лысое дерево и висели орехи. Сейчас орехов практически не видно, все заросло, он полностью зарос. Помимо новых приростов пошли новые листья, и он практически весь уже вот зелененький стоит, красивенький. Но, к сожалению, я вот не снял тот момент с майскими жуками и лысым деревом, но, поверьте, уж на слово, вот так это выглядело, прям лысые палки и орехи висят. Ну что ж, на этом все. Если вам понравилось это видео, нажимайте «Мне нравится». Если еще не подписаны на канал, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео. Пока.